Необрезной маникюр – конек Валерии Мельниковой, студентки третьего курса, будущего косметолога, а ныне участницы чемпионата молодых профессионалов. Насколько сложны задания? Ну, если ты хорошо учишься, то, в принципе, для тебя это все уже привычно должно быть. Но надо отработать четкость и пытаться не ошибиться. Эту площадку еще называют царством красоты. Здесь соревнуются косметологи. Одна из немногих компетенций, где помимо профессиональных знаний в обязательном порядке оценивается умение улыбаться и находить общие темы для разговора. Нужно спрашивать у клиента, все ли нормально, комфортно ему, дискомфортно ли ему. Если ему дискомфортно, это все исправлять. Спрашивать самочувствие. И улыбаемся. Не грустим. Все хорошо. В этом году за звание лучшего косметолога борются 6 участниц – студентки Староскольского техникума технологии и дизайна и Белгородского механико-технологического колледжа, которым предстоит за 3 дня чемпионата выполнить 3 модуля заданий. По времени модули очень большие. Допустим, сегодня модуль у нас на 5 часов, в первой половине дня. Там у нас идет непосредственно расширенный уход за лицом, за кожей лица, за телом, где все там и шоколадное обертывание, и скрабирование. А еще они должны уметь делать маникюр, наращивать ресницы и даже владеть навыками массажа камнями. Зачем, строго следят эксперты, для которых даже важно количество использованных во время процедуры ватных палочек и того же крема. Косметолог должен рассчитать, посмотрев на клиента, на объемы клиента, должен рассчитать норму расхода косметического средства. Вот в этом мастерство его проявляется. Оценивается эргономика, правильное положение на площадке, оценивается внешний вид участника, естественно, оценивается правильность процедуры прежде всего. Кто стал лучшим, участницы, да и сами эксперты, узнают лишь в финале регионального чемпионата. Ведь все оценки заносятся в общую базу и считываются специальной программой, отчего подтасовки исключены. Точно известно единственное – представлять Белгородскую область на всероссийском конкурсе отправится лучший из лучших. Екатерина Равинских, Сергей Кириченко. Такой день на Мире Белогорья.